Долгожданный праздник свершился. Впервые в Ставрополе из КФУ собрались представители разных СМИ из КФО. Поводом такого события стал 10-й Всероссийский форум «Смиротворец», да еще и с приставкой «Кавказ». Ставрополь встретил участников замечательной теплой погодой, которая располагала скорее к прогулкам на природе, чем к обсуждению серьезных вопросов, связанных с межнациональной и межэтнической тематикой. Их ждала интенсивная программа по литературно-историческим местам в Пятигорске и знакомство с казачьим укладом в станице Горячеводской. Вступление началось со знакомства материалов участников. Позже к ним присоединились члены общин. Нужно дальше развивать вот такие круглые столы. И если даже сравнить, допустим, события, там, скажем, 7, 8, 10, 12 и так далее, идет позитивное развитие. И меняется общество лучше. Далее форумчане обсуждали публикации журналистов. Жюри пришлось сделать нелегкий выбор. Ну, конечно же, это содержание, это интерес, это фотоиллюстрации, если это печатные материалы или интернет-публикации, да, ну и вообще новые формы, они всегда приветствуются, да. Кульминация мероприятия – награждение. Танцевальные коллективы все больше заряжали позитивом присутствующих. Победитель в ТВ – Патима Магомедова. Ее работа – живописный этнопроект «Возвращение». Для меня эта победа, она была неожиданной, хотя я всей душой верила, что я унесу отсюда первое место. Я очень рада, я благодарна организаторам. Эмоции, они просто незабываемые. И я унесу, увижу с собой в Дагестан частичку там. Руководитель этого конкурса – Маргарита Лянге. Именно она принимала важнейшее решение на форуме. Всего 35 победителей, кого мы награждаем на федеральном этапе, это, конечно, очень мало. Хочется отметить журналистов и региональных, в том числе, которым, конечно, очень сложно соревноваться с такими монстрами, с крупными медиахолдингами, но, тем не менее, их работа не менее важна. И даже, может быть, больше важна, потому что они работают вот в своем регионе, со своими сообществами, им больше даже доверяют, чем доверяют, может быть, журналистам московским. А главный организатор от СКФУ Ольга Лепилкина. Ее мнение и оценка очень значима. Это правда замечательное событие, потому что наш университет, который нацелен на воспитание у молодежи, у студенческой молодежи ряда этнокультурных компетентностей, безусловно, для нас это важное событие, что именно на нашей базе проходил «Смиротворец». Медиаталанты Северного Кавказа удивляют своими интересными, захватывающими материалами. А вот для познания форума были подготовлены специальные красочные буклеты победителей прошлых лет.